Всем привет! Я гемолог Ольга Меликян. Вы на канале Gemstones для тех, кто ищет лучшие драгоценные камни. Сегодня у нас в подборке 28 роскошных мадагаскарских аквамаринов. Просто цвета океанских глубин. Эти камни, можно сказать, последние мадагаскарские аквамарины высокого качества. Большая часть из них имеет чистоту VS с видимыми невооруженным глазом включениями лишь по периферии камня, а также чистотой VVS без видимых невооруженным глазом включений. На видео я сделала максимально возможное увеличение без существенной потери качества изображения. В первую очередь для того, чтобы вы могли рассмотреть камни подробнее и заметить, что они не имеют каких-либо сколов или найфов, то есть дефектов огранки. Конечно, камни с частотой VVS при таком увеличении все-таки можно рассмотреть какие-то маленькие-маленькие включения, но опять же это из-за увеличения самого камня. Мы в данном случае не можем сказать, что наблюдаем камни невооруженным глазом. Есть еще одно преимущество именно этой коллекции. Все камни имеют вес от 3 до 11 карат, и они прекрасно занимают свои места в кольцах и подвесках, например. При этом владелец явно не переплатит за камень, который будет слишком заметным на руке. Кстати, о цене. Цена стартует от 300 долларов за карат. Ну а подробно цены я озвучу либо в личной переписке в WhatsApp, номер вы видите сейчас на экране, либо если вы не хотите мне писать, но при этом хотите узнать цены, можете подписаться на мой закрытый блог Boosty. Там уже размещено это видео со всеми этими камнями, ценами и характеристиками. Впрочем, там есть и другие камни, и тоже указываются все их цены. Стоимость такой подписки 500 рублей в месяц, и отписаться можно в любой момент. Недавняя экспедиция на Мадагаскар, к сожалению, не принесла такого успеха, как в прошлые разы. Потому что аквамаринов такого качества на Мадагаскаре уже, к сожалению, не находят. И эта информация не от рыночных торговцев и так далее, а от людей, которые реально контролируют добычу и торговлю драгоценными камнями на Мадагаскаре. Несколько лучших камней из этой экспедиции я включила в видео, и вы можете их увидеть, они все имеют чистоту уже SI1 и ниже. Вы своими глазами можете увидеть разницу в чистоте аквамаринов. Учитывая этот факт, а также неуемный рост курса доллара в последнее время, возможно, есть смысл решиться на покупку одного из таких роскошных аквамаринов сейчас, пока цена еще не так выросла. Но это, как говорится, мои размышления. Тем более, что я тоже продумываю идею с аквамарином себе на брошь. Желаю приятного просмотра, хорошего настроения и солнечных летних деньков.
Thank you.